Здравствуйте. Есть такая поговорка: сам себя не похвалишь, никто не похвалит. В наш нынешний век, когда пиар просто разворачивается со всех сторон, это абсолютно правда. Потому что действительно есть люди, которые сидят у себя в углу и ждут, что найдется кто-нибудь, кто когда-нибудь узнает о том, как они прекрасны. Есть на эту тему такой анекдот. Один мужик другого спрашивает: слушай, ты чего женился на такой уродине? Второй говорит: нет, ты не понимаешь, она прекрасна своей внутренней красотой. Да? Может, уже пора вывернуть ее наизнанку и всем показать? Знаете, если вы чем-то прекрасны, если вы действительно что-то умеете хорошо делать, если вы не будете это проявлять и всем показывать, и обращать это внимание других людей на это, никто об этом так никогда и не узнает. Поэтому то, что, к чему я вас призываю, называется самопиар. Как вы можете быть самому себе пиарщиком? Ну, очень просто. Для этого задача пиара – привлекать внимание под нужным углом к определенным явлениям жизни. Да? Если вы, например, очень хорошо умеете кататься на лыжах, сделайте это поводом для рассказа, сделайте это поводом для разговора. Пусть у вас в кабинете или у вас на каком-то персональном сайте, в социальной сети, висит фотография вас на лыжах. И пусть там даже не совсем будет понятно, что это вы, но когда к вам будет заходить, спрашивать: а что это у тебя такое? Ой, скажете вы, это когда я занял третье место. Это я еще тогда был молодой, занял третье место всего лишь там на соревновании. Они скажут: а, так ты еще и... Да я еще и первое занимал, конечно. И вроде как это не вы хвастаетесь, а вроде как они первые начали. Задача пиара — он никогда напрямую не будет хвалить. Вот я самый лучший. Но он всегда создаст такую иллюзию, что человек сам до этого дошел. Поэтому вместо того, чтобы умалчивать какие-то факты о себе, да, которые могут очень вас выгодно подчеркнуть, создайте повод поговорить об этом. Да, упомяните об этом вскользь, сделайте так, чтобы об этом говорили ваши друзья. В общем, подумайте о том, какое впечатление вы хотите произвести и что можно интересного о себе сообщить, чтобы привлечь к себе больше внимания. Ведь здесь будет действовать принцип пиара: что бы ни говорили, лишь бы говорили, и вы станете популярным.